Ну что мы сегодня с тобой делаем? Здорово, чуваки! Сегодня у нас игра на робоксы. Пройди, точнее не пройди. Как эта штука-то называется? Найди кнопку. Найди кнопку. Кто первый, ребята, найдет все кнопки, получит робоксы. Пишите в комментариях, ребята, сколько робоксов у вас есть. У меня ноль, я не знаю, как я с тобой буду рассчитываться, но если вы хотите играть вместе с нами, оформляйте спонсорку на этом канале. Ссылочка будет в описании, либо возле кнопки подписаться есть кнопка спонсировать. После того, как ты оформишь спонсорку, Аня добавит тебя в друзья, ты будешь сниматься в нашем видео, ты будешь в секретном чате, где сможешь с нами пообщаться, и, конечно же, ты будешь в наших друзьях в Роблоксе играть вместе с нами. Ну, давай будем начинать. Я готов. Давай. Ребята, у меня здесь, значит, есть компьютер, на котором я буду играть. Аня, видите, со своего аккаунта. Да. И погнали. Может быть, ты это покажешь людям? Итак, товарищи, у меня, как видите, все прекрасно. У меня нога на столе. Надеюсь, Аня не против. Так что... Ну что, погнали. Первое. Все, время пошло. Время пошло, погнали. Кнопка у меня не нажимается. У меня тоже не нажимается. О, не, открыто. Все, побежали. Открылось? Да, тут очень легкие уровни. Это я первая нажала. Так, очень легкие уровни. Нужно надо найти кнопку. Кто первый дойдет до конца, тот и победит. Так, где же кнопка? Где же кнопка? Я уже не вижу. Ура! Ничего. О, так, все. Я хорошо. Первая. Так, ты молчи. О, побежали. 3, 2, 1, опачки. Так. Так, где кнопка. У нас тут? Так, кнопочка, офигеть. Кнопочка. Блин, кнопочка. Что вот это? Это не кнопка. Нет, это не очень кнопка. Так, ну, ребята, я не знаю. Тут сложнее. Сложнее? Итак, товарищи, ну что? Я с каждым уровнем все сложнее. Да-да-да. Пока что первые две кнопки нажала я, так что Влад пока... В смысле пока... ты? Я в смысле? Тоже их нашел. Вообще-то нет. Вообще-то я нашла первое, так что я получаю робоксы. Ты должна до конца, мы должны уровень до конца пройти, ля, ты хитрая. А как мы пройдем? Блин, где эта кнопка дурацкая? Я ее тоже не вижу, слушай, кнопка. Кнопка вообще может быть где угодно. Да, вот. И она, самое фиговое, что она сливается. Да-да-да, и еще как сливается, так, блин, может, ну, вряд ли она, короче, кнопка должна быть квадратная, и она... Я нашла. Ты нашла? Да. О, молодец. Так, где-то я пока нашла? Лучше играю в эту игру, чем Влад. Тихо. О, я тоже нашел. Бежим, бежим, так. Бежим, бежим, бежим. Стоп, где вход? Что? Стой, это... я не туда зашел. О, нет, я еще из комнаты не выбрался. Ты где? Так, быстрее. Алло. Быстрее, 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 быстрее. Так. Ты что, кнопку не нашел? Офигеть, это что такое? Так, где тут может быть кнопка? Я не знаю. Тут вот какая-то странная, как будто дверь, но тут ничего нет. Угу. Офигеть, блин, где может быть кнопка? Я не знаю, но офигеть, я робоксы получил. Офигеть, блин, эта комната вообще пустая, где кнопка, алло. Во-во, я тоже не понимаю, слушай. Ну, мне кажется, она в таком месте, где... О, вот она. Где? Так, побежали быстрее. Где? Быстрее, быстрее, быстрее. Я не буду тебе говорить, где. Все, я уже забежала, так, пофиг. Черт. В смысле ты забежала? Ты мою открыла? В смысле? Ты же дверь открыл, и я забежала. Ты не можешь мне забегать? Вообще-то могу. Можешь? Да. Блин, говно. Так, ладно. Блин, офигеть, тут еще дальше. Блин, Влад, эта кнопка может быть где угодно. Что это за подарок? Это, походу, кнопка. Не-не, это подарок, это подарок можно забрать. Секретно, мы должны на этом уровне 23 подарка с тобой найти. Че? И как его забрать? Я не знаю. А, да, все, ты нажимаешь просто, и у тебя вон отображается... Один. Ребята, проблемы. Мы не знаем, где кнопка. Где? Блин, эта кнопка. Вот здесь вообще ее очень сложно найти. Так, сейчас. Блин, слушай, Влад, я... давай, найди уже кнопку. Нашла кнопку? Да. Блин, так. Как всегда, короче. Я топовая. Чё? Я не могу нажать на нее. Все, я уже забежала. Где, 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 где? 3, 2, 1, ну быстрее. Господи, о, ребят, успел. В общем, понятно уже по этой игре, кто выиграет робоксы. Так, стоп. Вот кнопка. Ты нет, не это выиграешь. Не кнопка. Это не кнопка. Ты не выиграешь робокс, я тебе не дам. Просто. Я нашла кнопку. Да ё-моё, да как? Она читер, ребята, да? Она читер? Ребят, в общем, я нашла кнопку. Где? Нет, не нашла еще. Выпустите. Господи, ты что там вообще? Я не знаю, где кнопка, ребята. Я до сих пор в предыдущей комнате. Все понятно. Черт. Господи, Влад. Все, я молчу. Слушай, ты молчишь. О, нашел. Молодец. Эй, не открылось. Да черт. Так, Влад, это кнопку найти? О, господи, спасибо. Так, здрасте. Так, где тут может быть кнопка? Так, кнопка может быть где угодно. Тут какая-то непонятная лужа. Да-да. Но под ней нет. Короче, кнопка должна быть, значит, где-то здесь. А я тем временем уже в восьмой комнате, я уже перешел. Как это ты нашел? Да, ты я чё? Еще тихо...
А где? Я специально тихо. О, так, где? Ребят, я уже ухожу в следующую комнату. Блин, Влад, ну что за фигня? Ты не можешь меня так бросить? Я обогнал на 2 уровня. Блин, Влад, где эта кнопка? Нет, не скажу. Ну, блин, ну скажи, пожалуйста. Не-не-не. Капец, ну ты крыса, конечно. А мы вообще-то на робоксе играем, бля. Ты что, думал, я тебя поддаваться буду? Офигеть, просто. Ну, короче, все, ребят, я здесь застряла, еще и расстроилась. Непонятно, сколько тут комнат в этой штуке. А ну, надо сейчас проверить. Я не могу найти кнопку, ребят. До сих пор бегаю здесь. 24 уровня здесь, капец. А мы только на 7-м, на 9-м. Да, я на 7-м. Так. Блин, Влад, да где кнопка? Так, где же? Я должен пробраться на следующий уровень. Да ну подскажи! Нет, не подскажу. Да почему? Нет, я не буду тебе подсказывать. Блин, так. Влад, ну ты... Я нашла. Ну так. Все. Я в следующую комнату, ребята, перебираюсь уже. Так, я бегу в следующую комнату. Все, ребят, я убежал. Аня мне никогда уже не догонит. О, блин, Майнкрафт. Как он так быстро здесь кнопку нашел? Я играл в Roblox, ребят, и попал в Майнкрафт просто. Ребят, ну это вообще, конечно, подстава. Я в Майнкрафте. Все, я нашла кнопку, я уже приближаюсь к Владу. Так, ну ты меня не сможешь приблизиться ко мне максимально, потому что... Не факт. Я тебя не пропущу. В смысле ты меня не пропустишь? Я не пропущу, я буду сопротивляться максимально просто. Ну это вообще, конечно, ты такая крыса. Вот, ребят, пишите в комментариях, что Брайс крыса. Я в следующую комнату перешел. Блин, все, я расстроилась. Так. Я не хочу больше играть. Ага. Потому что Брайс крыса. Ой, нихера, вот это сложный уровень. Да, вот чтобы ты там застрял, как я. Ой-ой-ой. Ой, я нашла кнопку. Ребят, на моем канале есть эта же игра, только я там проходил другой уровень вообще. Рождественский. Зайдите, посмотрите, обнова крутая там. Так, ну если видео вышло, конечно. Так, ну где? Слушай, тут очень тяжело. Ну, найти, я рада за тебя. Вонючий ты крот. Что значит вонючий ты крот? Я не вонючий крот. Ты вонючий крот. Нет. Ты подставщик. Так, я пытаюсь найти кнопку. Это капец, это тюрьма, ребят. Я в тюрьме, я не могу кнопку найти. Ее просто нереально тут отыскать, серьезно. Она тут очень много вещей, очень много коек. И где вообще это может быть, непонятно абсолютно. Ну, привет. Здорово. Привет, да, я быстрее, догнала тебя. Быстрее ищем. Ребята, мы должны найти. Уйди отсюда, не иди-ка за мной. Я не скажу тебе, где кнопка здесь может находиться. А, ну да, я могу просто постоять, в принципе, около двери. И когда Влад найдет кнопку, я пройду. То все кнопки найдут. Идет. То есть не обязательно, кто пройдет до конца. В смысле? Нужно все нет. Кнопки найти. Если ты на каком-то уровне не найдешь кнопку, то ты не получишь робоксы. Так что эта тема с дверьми не работает, Аня. Офигеть, да конечно. Угу. Ну ладно, я тогда буду просто бегать за тобой, когда ты найдешь кнопку. А я тоже не скажу на нее тебе, нажму. Что я кнопку найду. В смысле? Я же увижу. Не обязательно. Я увижу, что ты убежишь. Я бегаю за тобой. Да не честно так. Давай, играй по правилам, или я тебе не робокс. Ты меня бросил, все, я обозлилась на тебя. В смысле бросил? У нас челлендж, я не могу это с тобой тут церемониться, понятно? Нет, все, я уже не хочу. Я блин, обиделась на тебя. Слушай, где тут кнопка? Не знаю. Блин, реально, где кнопка? Да, нереально надо искать, серьезно. Да не, реально. Вообще нет. Они еще спрятаны таким образом, что капец. Блин, да фиг его знает. Тут ты посмотрел, нигде нет? И вообще нигде кнопки ты нет. Ты уверен? Да. Да нет, Влад. Она где-то да есть. Так, ребята, в общем, суть в том, что я нашла кнопку. Но я не хочу... Я тоже нашел! Быстрее! Да быстрее, потому что ты быстрее, увидел! Быстрее! Ух ты, ё-моё! Блин, он увидел... Как тут найти кнопку? Вот это вопрос очень серьезный. Мне кажется, кнопка... Просто то... Мне кажется, кнопка будет на одной из этих столбов. Но проблема в том, что пока. Её тут не видно. Нет! О, кнопка! Так, это было проще, чем я думал. Так, да, все, это было очень просто. Так, пока что мы с тобой 13 кнопок нашли. Да, где... О, пока. Вы меня не проведете. Так, я успел. Ух да, ты. Он просто на самом деле следит за тем, как я. Смотрите, фламинго, чуваки, привет. И мне кажется, здесь просто нереально найти кнопку. Это что за ютуберское? Я не понял. Это метро. Ютуберское метро, а это что за ютубер, ребят, не знаете? Что это такое? Блин, где здесь может быть кнопка? Да я не знаю. Может быть кнопка на чем-то, на ком-то нарисована? Пока. В смысле? В смысле? Где? А вот, не знаю. Где? Пока. Где? Нет, нечестно. Честно. Нет, о, кнопка. Честно, да. Ты меня кинул. Так, где же кнопка? В прошлый раз. Тихо, я тебя так просто не оставлю, слышишь? Да я представляю. Я тебя еще найду. Найду я тебя сейчас. Да, вот этот уровень сложноватый. Ага,
Попалась? Все, я вот здесь, вот он я. Молодец. Так, где тут может быть кнопка? Там фиг его знает, это вообще ее сложно будет увидеть. Так, нужен. Короче, я предлагаю, кто дойдет до 20 уровня... А мы на каком? На 16-м. Тот и получит робоксы. Ну, так. У тебя стопудово нет шансов. Так, у меня все есть. У тебя нет шансов, потому что слепая. А у меня все получится. Да, пока. Что пока? В смысле? В смысле пока? Где? О, все, слушай, очень просто было. Да, да, так, очень да, просто да, было да. Посмотреть, куда я нажимаю. Я не видел, куда ты нажимаешь. Да, конечно, да. Ты видел, откуда я слезла. Вообще не видел, серьезно. Блин, здесь вообще все на кнопку похоже. Так, а я уже в следующем уровне. Так, значит, кнопка где-то может быть здесь. Так, быстрее, нужно, мне нужно опередить ее. Так, это какой, 18, еще два уровня нужно пройти, товарищи. Еще два уровня, давай. Не думал, что ты отделаешься так легко от меня. Быстрее. Так, отлично, ты ищешь в доме. Так, быстрее. Я нашел кнопку. Ты ушла и не нашла кнопку. Я нашла кнопку, она была в доме, на втором этаже. Откуда она узнала? Ты там не была даже. Я вообще-то забежала. Нет, она врет, ребята. Черт, это... стоп, где? Я на 20 уровне, я получила робоксы. Нет, ты должна и тут найти. Ты должна и тут кнопку найти. Черт, где ты нашла кнопку? Что за говно? Я не могу! Я застрял на этом... О, тихо. Все нормально. Так. Я же нажал! Быстрее. Да блин, не открывается дверь. Да что такое? Дверь не открывается. Значит, ты не туда нажимаешь. В смысле не туда? Это не так... Дверь не открывается! Дверь не открывается! Что? Я нажимаю на кнопку, дверь не открывается. Это блин, что? Ребят, где здесь кнопка? У меня сейчас сердце выпрыгнет. Это что за фигня? Я нашел кнопку, ребята, но дверь не открывается. Она. Ты где кнопку нашла? Возле кристалла? Я не скажу. Вот она, смотри. Это же кнопка возле кристалла. Ребята, возле кристалла кнопка, вот она. Но она почему-то не работает. Стоп, меня может быть это блеф кнопка. Может быть она не... Я нашла кнопку, я получаю робоксы. Нет, да. Нет. Я выиграла. Я нашла кнопочку. И вот, ребята, вы видите это на экранчике. Вот она. Брайс, ты проиграл? Пока у Брайса не нажималась кнопка, Брайс должен... Почему она не нажималась? Я не знаю.